Так, всем огромный привет. Я сегодня утром был на озерке, сделал тюль, подрезал, как должно быть положено, потому что то мы шутили, конечно, что мы разрежем. Сейчас буду ее вешать, покажу вам, что получилось. Привет огромный девочкам, которые смотрят видео, там работают в магазине, подшивали меня. Фу, господи, тюль подшивали. Швея, огромный привет, пришла классная женщина, она мне... Ну, грубо говоря, за 20 минут все это сделала. По блату. Молодцы. Привет вам огромный. Спасибо. Я говорю, девушка, мне быстро надо, чтобы я не ждал 2 часа. И мне все сделали. Сделали. Самая там с папой делает какой-то торт, а мы сейчас с бабушкой будем заниматься тюлью, потому что мама отдыхает, она после стоматолога зуб болит. Надо аккуратно на диван, чтобы оно... Нет, ну, не слава не... богу, что вы послушались и не разрезали вот это, испортили птюль. Вот это девочки работают. Андрей сразу там сразу соглашается. Мы без спорта. Ну, были бы амурские волны. Какие хорошие. Они видео смотрят. Они кто, кто? Быстро сделали. Девочки, которые... Которые разрезали, да? Да, да, да. Она мне за 20 минут, конечно, сделала. Да, Садовна, надо... А вот тамочки всего, чтобы ты не снимал. Я сейчас сделаю сначала. Андрей, так у вас, я не понял, а что это за бред? У вас так... Не снимать, папа. А как не снимать? Надо ж нам надо перекинуть. А чем как вы так сделали? Правда, там растягивается. Баба, надо взять кольца. Вони растягуються. Мама, я не с Кишинева. Вони растягиваются, но все равно их надо провести на ту сторону, а там, бачите, перегородка. Бачите, там перекладина мешает. Их надо разогнуть. Да, мама. Одну сторону можно просто поднять. Нет, я только посередине затяну. Да. И посчитать ровное количество. А там можно палочку приподнять? Да, но там есть специальный ключик, ключик, который открывается. Она... Ключик надо, я затяну. Подожди, а ну стой. Нет, там ключик сам. Там ключик, ну давай сюда его. Да что ж ты вырвешь? Я не вырвал. Ой, господи, вы какие-то как с луны. Держи. Вы как с луны свалились. Смотри, что она делала. Резьбу поломала. Какую резьбу? Сколько тут штук? А ну считай. Раз, два. Вы как точно заняло. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, два, тринадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. А ну считай, блин. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четыре, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, два, один, два, 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 три, два, четыре, двадцать пять, два, шесть, два, семь, два, восемь, два, девять, три, три, один, три, два, три, 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 четыре, три, пять, три, шесть, три, семь. 37, значит, 18 туда, 19 тут, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Все, разогнул, согнул, оно у вас, бачите, просто ставится сверху. Нет, все, не прав. Я нет. Стоп, стоп, дальше все. Не тяни, все, все, середину. И теперь вот сюда. Не пойдет, надо... Пойдет. Пошло? Ага. Чуть не сломал карниз. Жесть. Давай, я буду вешать. Просто жесть, да? Вы так будете вешать, да, не, я буду кажется, вешать. Что вы не повешаете. Я буду вешать. Я уже сомневаюсь очень сильно. Мама, а як бы ты поснимала? Она ж кольца уже протянутые, ты не снимешь эти. Якийсь ключ, який ключ? Кольца надо. Нет, там специально затягиваешь. Ну, значит, вы не затянули, бо у вас она просто лежит. Я середину. Потому что мы ждали. Иди, тату, подержи, чему? Чтоб я не замазал. Ой. Отут. Марс. Если жить на Марсе. А с какой стороны? Дерюшечки. Как разница? Ольга Леонтьевна, на кого Андрей похож? На мужа чи на вас? Давай сюда, тату. Кто, Андрюшка? Да. Еще на мою маму похож. На вашу маму? А. Я думаю, вы не така, как Андрей. А я знаю, может. Саша наче. Коляня похож на деда. На мене? На деда. Ты тату, деда? Держишь мене чешу? Да я держу, а... Коля похож на матір. А де ранішні фотографії на тебе? От ти де полней був? Так, пускай цю фотографію. А скільки ти максимально вес був у тебе, Андрій? Вес? Так. Да. Ну, у мене було 79. Це максимально, так? Да? В армії то було 82-81. Ну, це як я зараз. То в армії, тому що каші їли. Перловку всякі каші. Каші. Що ж це каші? Каші. Вот просто цепляете, да. Теперь зацепи последнюю. Я ж таки хочу, сама, чтобы потом... Да, потом серединку найди и выбери среднюю, сколько метровку. Там их. Какую-то. Тату, зачем ты взял? Какую метровку?
Не, Коль, ты так не распределишь. Центр найди. Хотел посередине. Посередине, туда-сюда, как пирог режет. Мне кажется, не той стороной. Да нет, то як не той. А нитка туда должна быть? Какая нитка? Ну, внутри должна быть, конечно, да. Той же лицевая сторона, как ты не лицевая. Бросай, что ты держишь, уже держать не надо. Он уже почепил. Уже не надо держать, бросай. Уже поздно. О. Что поздно? Вот другое дело, будет по-человечески у вас разрезано на две стороны. Что еще так, знаешь, как бы придумали? Она так вставляет как бы внизу магнетики, да? И ты так сложил тюль или что, она так раз, и тебе внизу так скрутилось, прикольно было бы. Ой. Честно. Тато, двинь в левую сторону. Чао. О, молодец, хорошо. А что не подрезал? Что, когда что нравится? Молодец, хорошо. Ну, так это совсем по-человечески. Ну, то вы как с Луны. Первый раз тюль была с Кишинёва. Спасибо, да, сюда подхода. Купили в Кишинёве, а теперь купили в Украину, так? Мама. Не первый раз вы сделали их. Мама ничего не поймёт. Что наделали вам? Ты что, не поймёшь? А что, она все она понимает. У мене перевізень, що на балкону. Леонтів на це понімає, тільки нічого не хоче казати. Мама, вона була тільки на дві, у нас посередині не було такої, вона ж не длинна палка була. Ну, у нас же було на дві. У мене палки не желізні, вже моди нема, у мене дерев'яні. Дерев'яні, так? Так, де дерев'яні? Моди нема. Як з пластика. То воно просто під дерево обклеєно. Ну, просто цвіт дерева, то мама не дерев'яна. А первый раз, помнишь, какие у нас были, отец сделал струны. Струны тоже, а у нас тоже было, Андрей. Гвозди забиты одно время, накручено, и вот и все. Если нема ничего, в селе так и делают. Гвозди вбил. А струны у нас были не так на стене. Не струны, а медную проволоку. Так по потолке были струны. Но я скажу, что самое лучшее, это вот как сделал Самбел. Ну это просто, что у нас натяжные потолки. Как? А коню не прийти. Не скрытые. Ну тогда а ты как сделаешь, чтобы натяжные потолки? У меня нема натяжных потолков. Я понял, у нас не сделаешь. Ну можно было сделать, если вы заранее это проектировали. Ну. Оно был бы натяжной потолок, а за ним дальше уже были бы шторы. Ну, пылюка собираться. Да где там пылюка? Оно же там не ямка, а наоборот там пустота. Там ничего бы не было. Ну, мне не сильно ядно. Как там пылюка? А чем плохо так? Да ничем не плохо. Ну, знаю, красиво. Нет, конечно, совсем по-другому. Коль, ты чуть-чуть шире ставь, да. Не, нормально. Ты уже знаешь, сколько шторы вижу. Ну, ты бачишь? Я бачу. Я тебе сейчас покажу, как это все делать. Очень просто все. Да, совсем другой табак. А то ж было... Только на одну сторону. Ну, слава Богу, что вы не додумались, остановились, не перерезали. Так бы порезали. Да, вы бы испортили все. Забрали бы эти тюли на... Ну, потом бы... Не, потом бы все равно пришлось бы ее сдавать, и человек бы вам по-человечески ее подрезал бы. Ну, красиво. Вот они мне нравятся, вот этот тюль. Тюль мне нравится этот. И, кстати, она недорогая, простенькая, такая хорошая. Красивый тюль. Тюль мужского рода, Андрей, ты знаешь? Конечно, что не женского. А дай клипс еще один. Андрей, конечно, что не женского. Тюль всегда думали, что это она, а тюль это он. Оно. Тюль это он. Красивый тюль. А что же клипсы у нас только три? Не знаю, больше должно быть. А ты сделай и то вместе, собери вот. Сделай вместе. Вот, и посмотришь, как получится. Да. Мы раньше ленточками вязали. Просто так сделай. Я сюда поставлю. Это на магните. А есть завязываются и бантики. Сейчас мапа есть ноги. Не, вместе, конечно, не надо, коль ерунда. Она некрасиво вместе. Нет, просто вот отдельно вот эту делай, а тюль пусть висит. Так, вот эту делай. Такие штучки еще есть. Не надо, оно будет как колбаса. Вот это делай. Чуть-чуть повыше, тут ты сильно внизу сделал. Вот так, да. Все, вот так хай стоит. А тюль просто рядом поставь. Вот так. А
тут иди посмотри, чтобы ровно было. Вот так, сейчас. Ну. Да, ровно. Чуть-чуть еще раскрой. Все, прекрасно. А тюль за шторы полностью? Я ж чекаю, вот тебя. С той стороны посмотри, как смотрится. Не, просто я за штурь. Все. Ну, смотри, прекрасно. Выходить, двери открывать, конечно. Но так, когда она целая, ну как ты будешь? Ну, красиво. Все нормально сделано по-человечески. Ну да, сейчас хорошо смотрится. Светлое. Большое такое окно, красивое. А тут такое, под одну сторону тюль высить. Нравится вам? Ну, а что она наровывается? Конечно, нравится. Маме нравится деревянная. На балкон. На балкон фить-фить и пришла. О, а где орхидея делась у вас? Мама срезала, что новая будет расти. Да? Точно. А когда мама срезала? Срезала, потому что она уже пропадает. Не может тебе. Ты же раз, Катя, не бачишь, когда орхидея срезает. Ты точно, как это... То я зря тебе видео сделаю. Я что, шпион? Пришельцы на Игоре. Ты знаете, что они тут делают? Да что, бачишь? Как сам я знал, я его звоню. Пришельцы на Игоре. Я что звоню? А где Коля был тогда? Его не было, да? Да был. Ты бы не бачила видео? Бачила. Там тоже есть вот так. Матери полезно красиво. Для расширения красиво сделали. Не, вот сейчас хорошо. Мне этот тюль нравится. Как-то вот такой нежный, знаешь, как-то такие юбки раньше были. Вот такие. Да, да. Ну, еще одна у нас есть. Мы взяли на сменку. Симпатично. И она очень... Недорогие. Да сейчас же не уводят это. Но это считай, что мы брали 6 метров тюли, понял? Потому что она как собранная вот сверху идет. Так лучше, чем... Но мне кажется, она, да она за высокая. Надо было чуть подрезать. Не, наоборот, так сейчас ну, модно. Сейчас такая мода, чтобы на полу валялась. Да, если бы она была подрезана. Тоже штоли на полу вот так вот. Она нехорошо так. Самела тоже так, знаешь? Такая странная. Я... Только вот в спальне они у меня под это, прям пол. А там даже длиннее. Самел... Так когда ты бабушку к себе в гости пригласишь? Ольга Леонидовна, любое время, Коля вас привезет, приходьте в гости. Любое время. Як в мене дома не буде, привезет. Ні, як я дома, Коля знає, когда. Ай, привезе. Ходите в гості, я приготовлю щось. Ми тебе один. З Андрієм он приїде. Як аристократку поїдеш. Ну, а хоч раз подивишся, ти ж не була в саме. Я вас у машині возив, більш не возив. Розкаш. Бо ти на бензин не даєш. На бензин давай. Приїхав внук, дала йому тисячу гривень на бензин. Раз, да? Раз, тут, бо ще я ніде не їхав. А сюди ти не їздила, а в театр ти не їздила. А на день рождения, ти не їздила. На машині нові не їздила. А на день рождения на чому їздила? Ну це ж на колі не їздила. На козе. На козе, на баба на козе їхала. Боже, день рождения не на микроавтобусе. Ты бы видала, как паника была. Едем, мы же с тобой поехал такси назад. Матери говорим, садись и едь на такси, чтобы ты не ехал сам. Боже, цепилась я за Колину машину, она не поедет на такси. Она уже перепугалась, ты в какую-то сторону едешь, в другую. Перепугалась, я только с Колей поеду. Паника была жестра. А потом выпила еще 100 грамм, то уже ехала и на автобусе.